Место для проведения очередной акции было выбрано не случайно. На советском проезде расположено сразу несколько нерегулируемых пешеходных переходов. Всегда многолюдно, а с наступлением теплого времени года некоторые жители передвигаются по городу на велосипедах или самокатах. Вот только пересекая проезжую часть, иногда забывают о безопасности. Напомнили правила перехода сотрудники ГИБДД и активисты «Молодой гвардии». Ребята напоминают участникам дорожного движения о правилах безопасного перехода проезжей части. Опять же, напоминают нашим пешеходам, которые передвигаются на электросамокатах, на велосипедах, детки, которые гуляют у нас здесь около кинотеатра «Искра», о правилах безопасного перехода на таких транспортных средствах. Еще раз напоминаем, нужно обязательно спешиться и перейти проезжую часть ногами. Строго соблюдает правила 11-летний Роман Комаров и никогда не передвигается по пешеходному переходу на самокате. Если ты на самокате или на велосипеде, или на электросамокате, ты должен встать с него и держать, и посмотреть по сторонам. В рамках профилактического мероприятия ребята помогали инспекторам, раздавали информационные листовки и проводили беседы. Особое внимание уделяли своим сверстникам. Подрастающее поколение должно понимать и правильно знать и уметь переходить дорогу. Потому что вот кажется, что да, я вот перейду дорогу и все, на самом деле нет. Нужно обязательно убедиться, что ни слева, ни справа нету транспортного средства, которое может помешать перейти дорогу. Да? И светоотражающие элементы очень хорошо помогут. Также сотрудники ГИБДД напомнили подросткам, что проезжая часть не место для игр. Останавливаются на пешеходном переходе, начинают кривляться на пешеходных переходах, то есть подают нехорошую, во-первых, примеры другим, рискуют своей жизнью, подставляют водителей под опасные ситуации. Обращаю внимание родителей на то, что существует административная ответственность. Не остались без внимания и водители. Их полицейские призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких торможений и обязательно использовать ремни безопасности. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».